Всем привет, вы на канале Симбаспорт, и сегодня будет Денис. Но сначала подпишись и поставь лайк. И мы будем 24 часа в домике на дереве. Да, вы давно этого хотели, и мы это сделаем. Всем привет, ребят. Вы здесь у нас такой пропускной пункт. Добрый день. Здравствуйте. Здесь, короче, вот так вот у нас кабан. То там у нас тоже один охранник ходит, то есть сей дивиться. Ну короче, здесь ребята после того видео много чего поменялось. Но сразу я вам хочу здесь немножко все показать, рассказать, что поменялось. Землянки. Короче, землянки больше нет. Да. Вы просто думаете, наверное, здесь где-то вход, но здесь ничего нет. Вот здесь у нас то, что мы вот пробили в том видео, у нас вот оно очень хорошо работает. Мы вот такую даже штуку здесь сделали. Ну, чтобы полоренькалась, стукать, все такое. Но. Сейчас осень, у нас здесь куча орехов. Это все орехи, кстати, да. И мы его собрали, но то, что мы за сегодня только насобирали. У нас еще у меня дома лежит 2-4 ведра, не помню. Вот здесь мы, кстати, на нашей доме на дереве сделали замок вот такой. Не, ну если будет бомжар, он не додумается, конечно. Но это еще не вся наша защита. Здесь вот такое еще, ну типа, если так уже будет. И вот здесь у нас есть дырочка. Я уже забыл, я к сам в свою хату заходу. Так, ну здесь у нас, короче, есть картина. Лук мы вот здесь повесили. Вот так вот. Денис уже сюда залазит. Но мы, короче, будем здесь ночевать. Типа 24 часа. Но мы... Этот, как он? Ну, мы можем здесь ходить по базе. Все такое. Вот здесь все, короче, пацаны принесут на вечер кровать. У нас здесь будет. Я буду спать. Да, Денчик не будет, он что-то не хочет. Вот здесь у нас такая, короче, оружка есть. Полочку сделали. Утеплили вот такую стеночку. Так, да, вот Денчик есть. У нас вот здесь еще есть одна картина. Вот здесь у нас вот такая палочка есть. Это, не знаю, сушилка типа, чтобы можно еще что-то было сделать. Окно просроченное. Вот Денчик, орехи лист. Делайте мем. Вот здесь оно, окошко у нас. Есть. О, ну и вид. Там у нас, кстати, сосед. Надо быть потише, бы он был когда-то приходил, хотел... О. Денчик, сдать. Ну, поешь и сдать, короче. Вот. О, наша берлога вышла. О, ребята, мы, наверное, кстати, вначале даже не показали. Кнопочка здесь Ютуба и флаг Украины. С украинцев по лайку. Сейчас мы будем типа показывать, что мы делаем здесь на протяжении дня. А вечером, как мы обещали, мы здесь будем. Но первым делом я хочу закопать до конца один. Короче,
блокпост, ё-мо. Вообще, смотрите, у нас вот тут, блин, открываете. Все. И так само и тут у нас открываете. И все, у нас вот такие тут посты. Пацаны, короче, все тягают ветки на забор. Ну да, низ ходить, прохлаждається, точніше. Ну, хаває, як він каже. А ось... Ще закопав вже. Серединка якась. Ну, а сейчас мы будем играть в футбол, потому что мы что-то наговорились. Ну и небольшой фрагментик мы для вас все-таки поснимем. Дайте назад! Нет, ты пропусти, Андрей! Давай уже секунду. Очистить вот здесь территорию, бо мяч постоянно сюда летит. Мы там очистили, в общем. О, вы вернулись. О, мне он как раз покрывал. Часах 7 вечера. Через 8 где-то. Опа! Опа! Оп-оп-оп-оп. Давай, Коля, за тебя Галин. Ай, блин. Так. Ой. Докажи, Коля. Да, сейчас я стылюсь уже. А, блин, неправильно. О, ты снимаешь? Да? Ага. Ну, кстати, есть дело. Мы сейчас трогаем на телефонах, и я пойду домой, да, Коль? Да, да, да. А я буду тут спать, лягать. Краночку. Денис, можешь мне, ты как раз и дашь, принести кофту мою, бо буде прохладно. А, да. А давай через это еще не заберусь, сиди. Все, спасибо. Вот пацаны уже ушли, Максим еще остался у меня. Сейчас вот доснимет и тоже уже пойдет. Что это такое? Кстати, ребята, спасибо за 10 тысяч подписчиков. Сразу забыл сам сказать. Конечно, жалко, что без праздника, но мы тоже нормально праздновали. О, легенько. Не раздувайтесь, а то замерзну. О, как хорошо.
хорошо, удобно. Давайте мне камеру, может, уже идти. Все, пацанки, всем пока. Если что, может, завтра с утра уже встретимся. Давай, все. Максим уже идет. Все, Коль, пока. Пока. А я лежу здесь. Вот буду спать. Ну, я еще не знаю, может, в телефоне посижу. И так что-то еще поделаю. Ну. Ну, а я уже вернусь до завтра. Це вам пройде секунда, а до мене ціла ніч. Давайте. Доброе утро, ребята. Только проснулся. Сейчас я не знаю, где-то 7:30 где-то время. Сейчас я не знаю, как вам показать. Вот уже солнышко светит, но на улице, я не знаю, где-то градусов 13, может 12. Но мне немного было прохладно. Вот сейчас вам покажу, что вот уже немножко начинает солнышко светить. Ну, а всем, кто смотрел это видео, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.